Так, всем привет, с вами Саня, мастерская «Сами с ключами». Пришел мне из Китая вот такой вот, вот такая вот швейная машинка. Коробка сильно, в принципе, понята, но это не суть важно. В коробке имеется сама швейная машинка, выглядящая как степлер. И набор такой. Это у нас шпилька, на которую надеваются нитки. То есть сюда надевается сам тюречок с нитками и вставляется вместо вот этого. В комплекте идет маленький такой шпулька с нитками. Но если вы хотите большую нитку, вставляете его и протягиваете по новой нитке в иголку. И вдеватель для иглы, для ниток в иглу, вот такой вот. В принципе, больше ничего нету, коробка пустая. Давайте попробуем, как она шьет. Так, смотрим сразу. У нас вот эта планка отгибается. И здесь под этой планкой есть вот такие зубчики, которые при нажатии сдвигают материал дальше. То есть его даже не надо тянуть, то есть шлеп-шлеп-шлеп, и все, и у вас типа зашиты будет та вещь, которую вы хотите зашить. Так, ну давайте что-нибудь попробуем пошить. Вставляем под планку. Так, из-под крючка вытащим. Я видел кучу видео с такой швейной машинкой, и все ее расхваливают прямо до небес, какая она прямо хорошая и как она отлично шьет. Давайте, поехали. Смотрим с другой стороны, а крючков-то нету, вязок. То есть она ничего не пришила, не прошила. То есть берем вот так вот, брр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 рrr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 
давай-ка мы попробуем что-нибудь точно так же. И все, и у нас целиком вся ушла нитка. Сейчас попробуем еще раз. Давайте на всю длину вот так прошьем, чтобы показать полностью.
То есть, смотрите, судя вот по вот этому, в принципе, она шьет. Смотрим с другой стороны. Вот здесь вот есть зацепы. То есть, должно быть везде вот так. То есть, по всей длине шва. Но, как видите, его нету. Здесь раз и обрыв. То есть, вот в этом месте стыковки-то нет. Здесь пусто. Кроме того, дошиваем. Дошили. Обрезаем, обрываем нитку. И вот что мы имеем. То есть вот он шов. Тянем за нитку. Все. Вот такую ерунду я купил. Кому хоть, кто хотите, верьте другим видео про то, что это идеальная вещь и она работает прекрасно. Но, судя по моему опыту, ничего хорошего в ней нет. Не тратьте свои деньги. Ну, в принципе, и все. Всем пока, удачи, два туза в раздаче. Всем пока!